Игроки футбольного клуба «Фенербахче» перед матчем 41-го тура чемпионата Турции поддержали Палестину в обострении конфликта с Израилем. Футболисты, в том числе полузащитник Месут Озил, вышли на разминку в футболках с надписью «Свободная Палестина». Другой известный футболист Мухаммад Салах опубликовал свою фотографию из Иерусалима в аккаунтах социальных сетей в связи со штурмом святыни ислама мечети Аль-Акса и израильской агрессией в секторе Газа. «Я призываю всех мировых лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании, который является моим домом последние 4 года, сделать все, что в их силах, чтобы немедленно прекратить насилие и убийство невинных людей. Хватит, значит, хватит». Французский футболист, игрок клуба «Манчестер Юнайтед» Поль Погба написал в своем инстаграм-аккаунте: «Мир нуждается в спокойствии и любви. Скоро наступит Ид. Давайте будем любить друг друга». Сенегальский футболист, полузащитник клуба «Ливерпуль» Садио Мане лаконично подписал свою публикацию «Душераздирающе». Известный на весь мир своей фирменной улыбкой турецкий повар Бурак Оздемир также переживает за палестинский народ. Свои последние видео с приготовлением пищи турок записал с очень грустным лицом, что совсем ему не свойственно. Таким образом, он привлекает внимание к ситуации в Палестине. Популярный художник из Сенегала под псевдонимом Бубу Дизайн также не остался в стороне. Известный своим мастерством создавать шедевры при помощи различных предметов, закрытыми глазами, вверх ногами, правой и левой рукой, мужчина посвятил свою последнюю работу изображению палестинского флага с хэштегом «Свободная Палестина».